оставят центр форварда сегодня без голевых моментов.
Леон идет вперед флангом, и там есть свободная зона. Слишком сильно мяч у вратаря окажется. Не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Леон идет вперед флангом, и там есть свободная зона. Слишком сильно мяч у вратаря окажется. И оставят центр форварда сегодня без голевых моментов.